Hey, yo, guys, с вами Шимики, и да, я сделал это. Я мастер ломастер. Немного прокачал еще этих поинтов. Но у меня теперь все другое из-за того, что пришлось заново все это делать. Я потратил около часа с чем-то на то, чтобы в магазине появлялись предметы, которые мне нужны. Я щит себе повыбивал, вот, нормальный, более-менее. Пистолет тот, который я не хотел, не выпал. Пришлось за 800 кусков брать, а не за лям 800. Ну, что есть, то есть, ладно. Хотя бы я их могу уже убивать, врагов. Давайте по скиллам. Продолжительность режима, я думаю, прокачаем до конца, да? Ага. Бонус к урону. Возьми здесь сейчас так. Вот это я, допустим, не знаю. Следующий урон. Может щит начать прокачивать? Или басу? Телепорт к врагам. Сопротивление урона, ладно. Вкачаю, дай в хер с ним. Так, ладно. Да, я дошел именно до туда, где мы остановились в прошлой серии. Чтоб не терять время. Все купил также. Только видите, вот тут нету прицела оптического. Это плохо. Мне неудобно будет целиться. Да, точность желает лучшего. Да. Ну, как вы видите, да, 500, это 522 урона. Это крыса. Ваншотит, окей. С первого раза, но убивает. Минус. А я его сука убиваю. А, так он хилился за счет меня, вот давай. Я вас понял, до свидания. До свидания. Так, перезаряжайся. Да, тихо. Стрелика добью. Это что еще за челик? Слышь, что ты за челик такой? У него бесконечная защита. Классно, окей. Я знаю, как с тобой тогда порешать. Тебе не поможет твой щит. Да. Блин, нужно купить будет мышку другую. Просто оно в некоторых шутерах оно. Тихо, я вас понял. Блин. А оптики-то у меня нету. Ой-ой-ой, сейчас умру. Я их еще на хорошем расстоянии достаю с рукопашки. Сейчас покажу. Ну, подлети. О. Так, этого не достаю, поэтому нужно отбежать. Куда-то в район, где-то сюда. Ему придется ко мне подлететь. Ты ж подлетишь ко мне? Да, он
далеко подлетел. А он где? Окей. Ладно, пускай он там летает. Мы откроем сундук с вами и уничтожим сейчас проход. Этот блокпост. Так, мне нужны бомбы. Модификатор класса. Поехали. Так. Что за пистолет? Пистолет дерьмо. Снять. Поменять на АВП. Да, что-то АВП у меня более пробиваемое, чем пекаль. Хотя у пекаля больше урона на 11. Так, тихо. Я сейчас не понял. А куда возвращаться? А, все. Готово, окей, поехали. А тот человек пускай там развлекается дальше. Встреча с Мукси. Генерал Нокс. Это генерал Нокс. Я не хочу больше здесь находиться. От Пандоры воется как дерьмо. Нужно взорвать машину. Тихо, я не хочу, чтобы уничтожили мою машинку. Хотя... Ладно, не... Понял, все. Создать, телепортироваться. Классно. Ладно, он уехал. Лучшая защита не нападение. Добротная защита. Убедите вещи. Да, именно. Монстр, только одна машина, да, есть? О, я мог вторую создать, ладно. Создам вторую. Черную. Создать, телепортироваться. Фу, теперь она хотя бы фул хпшная. Вам поехали быстрее, чтобы машины на меня эти не наехали. Так, где-то? Да, идем. Ой, короче, их что-то здесь, я думаю, многовато. Нужно ускоряться и ехать нахер отсюда. Мне кажется, я здесь не выживу. Все, здесь можно затушить мотор. До свидания. Дифентомс. Просто потратить час 30 на то, чтобы настроить. Фу, дал цей, пиздец. А, так, Мокси 2 километра. Как далеко?
Окей, не очень далеко. Так, много сломанных машин. Несколько слов насчет Мокси, но на случай, если ты не встретил ее. У нее есть одна привычка. Короче, она не будет ехать с дороги. Я уже отвлекся от дороги. Ладно, перевечу. Сейчас очень прикольно. Очень-очень прикольно. Ага. Круто. Походу я приехал. Здесь теперь я буду жить. Ладно. А, машина, да, сама едет. О. Так, если сделать так. Гранаты еще есть какие-то у меня? Нет. Окей. Блять. Как мне это задоджить? Ладно, базука в помощь. Нет, дробовик. Давайте сначала дробовик. Я понял, хорошо. Классно. Да, у меня машина сейчас взорвется. Но это не точно, да? Ладно, давайте пешочком доберемся, попытаемся. Как мне далеко бежать? Ну нет, каких-то тут. Оу, а то еще плюс на горе. Ну хотя бы здесь никаких там монстров нету. А только мужики на машинах. Тогда все, да, спокойно. Я добегу. Здесь пролечу на трамплине. Найс. Классная машина. Слышу, как они едут сзади. Так, все, я пометился, что я здесь был. Бомбы мне бы. Так, бомбы, бомбы, бомбы. Ладно, и так сойдет. Давай рванем! Поехали. Создать машину, телепорт. А если туда поеду? Не в тот город приеду. Тогда мне нужно сюда, но там моста нету. Так, быстро, быстро, быстро. Просто по прямой. Почему ко мне появляется сейчас? Ух, пронесло. Так, сюда. А, ну все тогда. Я приехал. О, здорово, ребят. Так, тихо. Да, мы... Приятно просто встретить старых друзей. Так, ладно, скорость немного. Оп.
Шот только Блин, тут пешком придется идти. Ладно, пойду пешочком. Так, сразу поменяю еще на снайперку. Оп. Ну, даже не по мне, да, не стреляет. А, вы по мне стреляете? Слышь ты? Так, это снизу, ладно, враг. Можно просто пробежать. Я думаю, это будет правильно. Просто бежать, просто бежать. Мокси, Мокси. Мистер Шенк, это вы? Если ты то, что тебе нужно, это деньги. Ой, это ты. Тихо-тихо, ладно, я разберусь с этими, потом я зайду к тебе. О, Гера. Убивать. Да, убивать. Убивать. Так, смотрим этот, все. О, тут поемкость будет побольше. Но она мне не всралась, хотя... Я думаю, на продаже все у нас идет. На продажу у нас все сойдет. Я убил эту тварину. Уничтожьте Геры. Мне нужно еще уничтожить Минервы где-то, найти их. Я не знаю где. Так, Мокси. Идемте к Мокси. Мокси Ред Лайт. Лихт. Excuse the mess, but a good kidnapping is never. Оно не хорошее похищение, редко похожее гладко. А, проход редко плохой. Ты бы видел, что она тут устроила. Киска злая. Мистер Шенк is after the chunk of change that Atlas has put on him. Немного шокирован, увидев, чем экспериментировал там Атлас. Если хочешь вернуть ее, тебе нужно немного прокатиться. Сейчас я знаю, кто может помочь с этим. Ты готов спасти принцессу? Думаю, ты справишься. Отправляйся в тюрьму и найди проход с трамплином. Мой бывший построил его. Я свяжусь с тобой, когда ты подойдешь туда. Или придешь туда, музыка орет. Почему музыка орет так громче? Мокси. Туда проход закрыт. Что тут еще есть? Закрыто. Пока-пока, давай, пока. Так, с тобой поговорить. Пока-пока. Окей, нам нужно теперь добраться в тюрьму. Я думаю, это будет немножко быстро. Надеюсь. Эй, мама сказала, что тебе понадобится гонщик для твоих приключений. Я видел систему тачка. Сможешь использовать его, когда захочешь, хотя бы... Так, ладно, у меня новая машина теперь есть. А, мне нужно лучше спрыгнуть, да? Ладно, я понял. Придется прыгать. Так, проверяю, здесь есть. Есть. О, сундук. Беру все, что есть в сундуке, и прыгаем. Да? Так, это то хотя бы место, где мне нужно прыгнуть. Да? Нет. Это не то место. Теперь мне нужно как-то забраться обратно. Так, это пещера. О, все, все, я нашел. Я нашел. Пора и по газам. Монстр, гонщик, да?
фургончик телепорт. Got the extra junk in her trunk you'll need to storm the castle. Так, во-первых, где этот трамплин находится? Так что это за место? Не понял. А ну-ка, пошлите. Все, я понял, уходим. Блять, ну. Поехали отсюда. Альфа скак. Я не хочу со скагами драться. Хотя можно туда заехать, надеюсь. Да? Ага. Заехал. Ладно, давайте лам, пройду туда. Хотел. Не-не-не-не-не. Уничтожить блокпосты нужно. Тоже плохо, да? Кажись, я еще не готов. Я еще не готов, все. Так, ладно, куда мне ехать? Я немного запутался сейчас. Я обратно здесь не приеду. Мне нужно в гости к Мукси возвращаться. О-о-о. А вас тут не было раньше. Ладно, плевать. До свидания. Машинка, не дымись. Ты мне еще нужна. Отсюда я не выберусь, да, без прыжка, как я понял? Да. Давай, трамплинчик. Да? Или нет? Я сейчас немного не въехал. Как мне попасть обратно? Только через сюда, да? Прикольно. Прикольно. Ладно, поехали обратно. Прикольно. Ладно, возьму новую машину. То старая что-то уже такая плохая. Нерабочая. Блин, какой-то долце немного... пустоватая. Если в начале был город, то здесь просто какие-то разрухи дороги. Огончик, да, сюда телепортироваться. И я не знаю, куда ехать. Можно поехать с той стороны. Вот с этой. Там, кажется, дороги ж нету. Или есть? Сюда? Ладно, я понял. Я вас понял, хорошо. Окей, окей. Я буду вас взорвать. Ну, зато я поехал туда, куда надо. Так, сюда же мне. Блокпосты уничтожать нужно. Ладно, ускорюсь. Ладно, не ускорюсь. Сейчас опять застряну в текстурах, будет классно. А, не застряну. Я приехал. Это сейчас что было? Что-то приземлилось? Да нет. Показалось. Чё? Чи-чи-чи-чи.
Так, что это сейчас происходит, во-первых? Во-вторых, куда мне идти? Ладно, я нашел проход. Беру пули и дом. И дом. Мне нужно в пещеру. Это же космический камень. Тут как... В смысле, тут проход? Почему меня не пускают туда? Что за бред? Там проход закрыт. Я не смогу выбраться отсюда. Ну что, пора и по газам. Поехали уже. Трамплин, какой трамплин? Если здесь бы открывалось, тогда окей, да, без проблем. Окей. Окей. Только что нету мини-карты именно в самой игре. Хорошо, я вас понял. Поехали сюда. Если мы сюда не проезжаем, все, уезжаем нахер отсюда. Так, тогда мне сюда. И. Так, там, надеюсь, проход есть. Я буду это честно вот надеяться на это. Окей. Не шевелитесь. Да, все, я нашел выход. Мне просто нужно немного было разобраться в карте. Так. Топливо нужно, топливо. Готово. Короче, ладно, давайте тогда, если просто смотрю по времени, доберемся до города и там закончим. Окей. Ух, я понял, у меня непрочная ж машина. Все, до свидания. Нужно лететь со всех ног. Пожалуйста, быстрее заряжайся, энергия. Я не выживу после этих роботов. Так, нужно в экстренный случай сжать. Дайте. Ой, машина вражеская застряла, окей. Ускоряемся. Тихо. Я хочу задавить его. Все, готово. Миссия выполнена. Missing of the conflict. И здесь можно, в принципе, ускориться. Сейчас бы еще вылетел. Блин. Пожалуйста. А, ладно, хватило. Быстро топливо кончается, чем у того, что был. И нужно еще будет заехать на доску объявлений, посмотреть. Может, там что-то еще есть. Здесь должно быть 46 миссий. Если верить Википедии. Поэтому погнали. Тихо. Не заносят. Нет, нету. Значит, давайте где-то... Ну, ладно, нужно... припарковать машину. А, везде все забито. О, есть место. Все. Припарковано. Давайте тогда и здесь
за... Hello, привет, это Маркус, у меня есть приглашение, у тебя увидимся. Предложение? Ладно, давайте к нему тогда сбегаем, мы это у него же и закончим. Хотя, давайте я пока буду бежать, буду с вами прощаться. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Давай, что ты хотел нам сказать, Маркус? Если не найдешь здесь то, что тебе нужно, значит не найдешь... Силовые чипы, чип скорости, шоковые чипы, нихера в себе это, я понял, машину ломать и все дерьмо. По продаже... Нихера, ладно. Всем пока.